Здравствуйте, коллеги. Retail Tech вновь на ваших экранах. У нас новый интересный спикер. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, спасибо большое. Рада вас всех видеть. Меня зовут Роман Мазур. Я являюсь партнером HR-секции и организатором как раз HR Tech Day. Плюс являюсь генеральным директором компании Mountain Ridge, ответственной за Executive Search, Management Selection и IT Recruitment. Вчера мы провели полноценный HR Tech Day, на котором выступили HR-директора и HR-руководители крупнейших торговых сетей. X5 Retail Group, Magnit, Leroy Merlin, NVIDIA Eldorado, 12 Stories, Сбер и Аптека, Перекресток Впрок и другие коллеги. Мы обсудили очень интересные моменты с точки зрения как раз изменения функций HR для цифровой трансформации бизнеса в ритейле. Коллеги поделились кейсами практическими про EdTech, про обучение сотрудников, про sharing economy, про уберизацию, про workforce management, про кейсы, связанные с подбором и EVP вообще отдельным для подбора разработчиков, потому что понимаешь, что для цифровой трансформации бизнеса в ритейле необходим хантинг большого количества разработчиков. И очень серьезный челлендж. Как сказал один из спикеров, не хватает 250 тысяч человек в индустрии для того, чтобы как раз, собственно, осуществить полноценную цифровую трансформацию. И вот такой жесткая битва за каждого кандидата. Собственно говоря, вот эти кейсы в такой плодотворной дискуссии, в непрерывно с 9 до 18.30 мы даже ушли, мы вчера и обсудили с ведущими коллегами. Очень интересно, очень многие люди, которые посмотрят наше интервью, потом подумают, где же, в какой сфере должны работать эти 250 тысяч человек и куда срочно уйти учиться, повышать свою квалификацию для того, чтобы быть полезным. Ну, вообще, всегда, конечно, лага, но объективно, мне кажется, в ближайшие там, 5-10 лет очень будет востребован рынок IT, IT-разработки. И есть кейсы, когда пожилые люди, есть кейс, когда 72 года человек, он переобучился на разработчика, поучаствовал в кейс-чемпионате Сбербанка и выиграл 1 000 000 рублей. Ну, то есть бывают и такие истории, мы читаем про них в СМИ, но понимаем, что это реальная жизнь. И мне кажется, как раз вот разработка будет востребована всегда. И как раз те люди, которым может быть сложно, которые потеряли работу, у которых какие-то сложности в жизни, всегда имеет смысл подумать, не стоять на месте и, собственно, изучать что-то новое, востребованное. А востребовано все, что сейчас связано с диджитал. Получается, рынок HR сильно изменился за ближайший год из-за всем известных событий. И получается, сейчас новые подходы, новые пути и новые вакансии. Конечно, да, появляются какие-то новые подходы. Собственно, я вчера как раз с коллегой делились. Вчера директор персонала «Перекресток Впрок», это онлайн-ритейлер, который помогал нам доставлять продукты домой, доставлял, например, моей маме тоже продукты, как раз рассказывал, как изменился подход к онбордингу с точки зрения и массового рекрутменту, и онбордингу в условиях пандемии, когда необходимо было обеспечивать кратный рост, собственно, курьеров, водителей, людей, находящихся на колл-центре для обработки этих заказов, комплектовщиков. Это был серьезный челлендж. Также изменились подходы с точки зрения управления гибкими командами, дистанционными командами. Происходит действительно серьезная цифровая трансформация, и она, не, скажем так, происходит процесс изменений, он будет продолжаться. И поделитесь своими впечатлениями от выставки, от настроений, которые царят здесь, от общения. Мне кажется, все очень позитивно, люди соскучились по общению после Zoom. У нас проходит 2 продуктивных дня, много интересных секций. Секция IT, секция MarTech, секция IRVR, секция про маркетинг, нейромаркетинг, про большие данные. Диджитал-коммерческий директор, HR-секция, supply chain, технологии планирования в цепях поставок. То есть, мне кажется, конференция окутывает все технологические истории, ну, собственно, пытается, в общем, конференция, скажем так, во многом является такой площадкой, коммуникационной платформой для того, чтобы соединять профессионалов с точки зрения нетворкинга, с точки зрения обмена мнениями и, скажем так, какими-то полезными кейсами. Спасибо большое. Я надеюсь, что все, кто слушает нас, поймут, кем они должны становиться в ближайшее время, для того, чтобы быть в тренде и быть востребованными. Спасибо большое. Главное, мне кажется, быть самим собой и развиваться. Спасибо.